Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, сегодня хочу проверить телефончик Nokia 6610. Одно знаю, что он включается. Сим-карту наших украинских операторов видит. Это чистый фин. И у него очень маленький лайфтаймер. Давайте смотреть. Телефон был с оригинальной родной аккумуляторной батареей. Так что, если вы хотите купить данного красавчика, милости прошу. Все крепления, все четко, все на месте. Я сделал легкую ему косметику. Зарядил аккумуляторную батарею. Поехали. Здесь у нас уже идет цветной дисплей. Вот такой красавчик. Ага, надо вот эту надпись убрать, будет приветственную. Так, время у нас сейчас 15 часов. Окей, время 15.11.20.20. Окей, поехали. Время мы установили, дату мы установили. И теперь попробуем убрать вот эту цветную картинку. Она мне не нравится, если честно. Значит, первое, это у нас мессенджеры. Давайте проверим текстовые сообщения. Вот есть папочка входящая. Давайте посмотрим. А ну... Все отлично. Русского языка в прошивке нету, но русские буквы и украинские он будет получать, я имею в виду смски. Так что проблем у вас не будет, если вы его не прошьете. Далее. Здесь у нас есть email почта, отправленные, полученные, архивные сообщения, пожалуйста. Все это здесь регулируется. Далее. Колл-регистр. Это значит полученные звонки, пропущенные, набранные с указанием точного времени и даты, если у вас предоплаченная связь. Также вот есть показания GPRS передачи данных. Далее, профили. Я не знаю, я не выставлял. Сейчас мы выставим outdoor, самый громкий. Активируем. Да, телефон вывалился. И теперь мы опять заходим в outdoor и попробуем настроить, посмотреть. Значит, что у нас есть? Один звонок, нарастающий звонок, отключить звонок. Далее, рингтоны. Nokia. Сейчас мы проверим, знаете что, насколько громко. Вроде пятый левел, а почему-то тихо, я не пойму, если честно. Ну, тиховастенько. Давайте еще раз проверим. Где у нас динамики, я не пойму. Вот здесь, да? Да нет, вроде нормально. Также есть, как вы слышите, вибрация, моторчик вибрирует, можно будет его отключить, чтобы не действовал на нервы. Так, далее. И вот, смотрите, Select. Ну, давайте 5 сделаем. Я не знаю, вроде 5 стоял, но почему он так тиховастенько. А ну еще раз. Так. Дальше. Вибрация включить. Я ее отключу. Она мне не нравится, как вибрирует. Ну, на мой. Далее. Сообщения специальные. А, нет, ребят, он так мелодия. Смотрите. Сообщения пиликают, дай боже. А ну смотрим. Оно стандартное. Вот так. Выберем его. Громкое сообщение. Отлично. Далее. Keypad тон. С единички до трех можно выбрать. Дальше.
Выбираем Warrington, Alerton All Calls, профиль Name Outdoor. Так, а ну давайте еще посмотрим, может есть еще какие-то другие. Pager, General. А ну давайте посмотрим, как на General играют мелодии. Мне просто интересно. О! Все. Я понял. Вот его и выбер. Знаете, как классно. Сейчас мы выберем Nokia. О! Все, Select Nokia. И активируем, ребята, вот этот вот, активируем General. Все, отлично. Все, добился, чего хотел. Далее, настройки. Дата и время настроены. Далее, настройка звонков. Далее, сам телефон. Смотрите, язык я вам показывал. Чисто европейская прошивка, русского и близко нету. Автоматики, короче, блокировка клавиш отключена. Sell info display off. Welcome not. И вот welcome not, вот это clear, option, save. Все, не будет этих всяких непонятных надписей. Все отлично. Далее, display setting, wallpaper, off, отключаем. Отлично. Color scheme. Это вот, смотрите, видите, можно сделать сиреневую, можно сделать красную, оранжевую, если вам видно, передает дисплей. Grey серенькая, green зелененькая, turquoise, не знаю, что такое, pink розовый. Но самый оптимальный, это вот этот вот цвет, который виден. Далее, screensaver, display bright. И яркость дисплея стоит на серединке. Если ее сделать больше, это будет затемнить можно. Но осветлить она вообще выцветает, ничего не видно. Как раз вот четко все стоит на середине. Оки-оки. Так, display setting, tone setting, security, restore fact. А ну давайте посмотрим. О, теперь все четко видно, без всяких вот этих некрасивых картинок. Далее, alarm clock, это у нас будильник. Можно его задать. Далее. Радио есть, отлично, Plin Connect Headset, вот сюда подсоединяются наушники. Далее, галерея, давайте View Folders, что у нас есть, Images, картинки, страшненькие, но они есть, ребят. Вот они. Такие никудышные картинки, типа обои, ну, мне они не нравятся, поэтому я даже их ставить не буду. Из всего этого барахла, одни вот те мне понравились. Пишите все в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но мне как на мне. Или вот эти вот более-менее нейтральные будут смотреться нормально на дисплее. Или вот эти. Вот. Я думаю, более-менее будут смотреться на этом дисплее. Остальное все будет муть. Далее. Мелодия. Так. Не буду я их крутить. Не знаю, что это за мелодия. Потом. Так. Органайзер. Что у нас есть? Календарь. Пожалуйста. И to-do list, что мы должны были сделать. Далее. У нас games есть. Select games. Chess puzzle. Open. Так, шахматы, понятно. Шахматы, ребят, честно, не переношу. Шашки, да, шахматы. И что это у нас? Мяч игра, bounce, continue. Ага, мячик подпрыгивает. Ну, такая игра примитивная, но она есть. Кстати, прикольная. Так.
Это показал, это рассказал. Application, select application, app service, memory. Сколько у нас памяти? 227 килобайт, ребят. Что говорить за сейчас память? Экстра есть у нас калькулятор. Далее секундомер. Часы. Выход в интернет. Так вот, передача GPRS и инфракрасный порт. Подключение для передачи данных. А вот выход. Это передать информацию. А это выход в интернет. Вот. Понятно. И инфоторазваги. Все, пожалуйста, все читаемо. Можете заходить, смотреть. Так, давайте попробуем позвонить. 477. Клавиша работает и вперед, и назад. Громкость отличная здесь, и здесь. Телефон, лялечка, ребят. Так что покупайте, будете довольны. И смотрим его лайфтаймер. 9270-2689 решетка. 52-66 пластик совпадает с материнкой. Я имею в виду корпус. Сделан 08-2003 года. И на лайфтаймере, ребята, 23 часа 57 минут. Смотрите. На телефоне вообще мало наговорено. Так что, если вам понравилось, можете приобретать данного красавчика. Отправка в любой город после полной оплаты. Кому понравилось, ставим пальчики вверх, подписываемся на канал. Всегда ваш мистер Good Mobile. Пока-пока.